Привет, пацаны, ну и девчонки, если есть. Рад приветствовать вас на своем новом видосе. Ну так, ну что, дорогие шурмята, в общем, перед началом ролика хотел бы сказать, что анимация не моя, я только озвучивал ее, так что если вам понравилась анимация, подписывайтесь на аниматора, ссылка в описании. Если понравилась же моя озвучка, подписывайтесь на меня. Смотрим. Эй, Мейбл! Да? Как... Что? Как ты думаешь, мы всегда будем такими? Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что всегда интересно быть с тобой. Мы играем, делаем глупые вещи, ищем приключения. Но... будет ли это длиться вечно? И хочу ли я, чтобы это длилось вечно? В итоге у тебя будет своя семья, и у меня. Мы же должны двигаться дальше. Брак, работа, дети и все остальное. Понятно, но так в чем проблема? Просто, когда это уже время придет? Мы больше не будем рядом друг с другом. Мне нравится эта жизнь, и я не уверен, если я... Ты слишком беспокоишься, Диппер. Подумай. У нас обоих есть друзья, и мы проводим с ними время. Мы даже влюбляемся в людей, которые нам нравятся. Я имею в виду, отношения — это огромная ответственность. Но мы по-прежнему здесь, рядом, как всегда. Конечно, мы всегда будем вместе дурачиться. Мы же близнецы. И не просто близнецы, мы Мейбл и Диппер Пайнс. Мистические близнецы! Итак, почему ты так волнуешься? У меня повсюду есть друзья. Но ты единственный лучший друг, который у меня есть. Я боюсь потерять тебя. Дурачок. Озвучено проектом Шаурма Студиос. Текст читал Бетта Лис и Шаурма. Спасибо за просмотр.